Привет-привет, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас будет видео посвящено таким же людям, как и я, истинным шопоголикам, которые любят делать покупки в интернет-магазинах. И я совсем недавно наткнулась на интернет-магазин текстильная компания «Василёк». И я там пропала. Как вы уже знаете, я сейчас делаю не то что приданное, но мы готовимся к переезду на новое место, и я закупаю все новенькое, все красивое. И сегодня я вам покажу то, что я заказала у Василька. Ой, вроде бы не Новый год, но вот такой вот целый мешок я заказала для нас, для нашей семьи подарков. Сейчас будем с вами все рассматривать. Кстати, заказ пришел очень быстро, и он осуществлялся компанией СДЭК. Все пришло опечатанное, все так, конечно, в мешке, но такой объем, как его еще можно было доставить? Беру ножницы, скрываю пломбу. Не знаю, получится или нет. Такой. Ой! А, ура, получилось, кажется. Все, пломба удалена. Открываю и будем рассматривать все по порядку. На самом деле, покупки через интернет-магазин это вот настолько привлекательно. Я когда захожу на сайт интернет-магазинов, я там просто вот пропадаю. Я люблю и на Алиэкспресс заказывать. И вот здесь я тоже пропала надолго. Наверное, 2 дня сидела на сайте, все выбирала. Ой, сейчас я все это вытащу. Как в сказке. С одного мешочка, другой мешочек, потом третий мешочек. Ох, сколько всего. И здесь большой пакет. Я его сейчас просто ножницами скрываю. Все шуршит. Ой, перемотайте, если что, немножечко. Заказ шел примерно 5 дней. То есть достаточно быстро. Я люблю, когда не приходится долго ждать. Да. Сразу достаю самое, то, что сверху лежит, самое огромное. Я заказала светлое покрывало, потому что у нас будет в доме все в светлых тонах. Здесь размеры вот 200 на 280. Я думаю, прям то, что надо, будет в спальне. Светлое покрывало. Ух ты! Такой пушин. Там было еще одно покрывало, такое пушистое, но я не стала его брать, потому что у нас собака, кот. Как вы видите, и я думаю, что это будет просто не очень удобно. Ой, слушайте, какая мякишка. Прелесть. Самое главное, нет неприятных запахов. Шовчики все обработаны так аккуратненько. На верлоке. Ой, пушиночка какая. Кот, да? Ой, сразу драться. Смотри, кот, тебе понравится? У нас кот обожает мягенькие пледы. Он их так мнет, мурлычет. Слушайте, он такой огромный. Вау, я в него вообще, мне кажется, вся завернусь с ног до головы. Как его посмотреть? Ну, качество мне очень нравится. Вот я больше всего переживала, что он будет какой-нибудь хлюпенький, но ткань очень плотная, то есть он такой набивной, хороший, цвет приятный, такой прям светленький, слоновая кость. Супер! Вот куда мне теперь его положить? Представляете, вот это все чудо приятное, будет очень круто. Светлый плед в светлой комнате. Ой, красивенький. Так, далее. Кстати, что мне очень понравилось. Я заказала себе колготки. И мне перезвонили прямо в этот же день. Очень приятный голос. Девушка сказала, что, ну, принесла извинения, что нет цвета, который я выбрала. И она мне предложила другие варианты. И я как раз выбрала бежевый оттенок. А тот я выбирала, по-моему, серый. А потом я подумала, зачем мне серый, ведь бежевый, он такой приятный цвет. Итак, давайте посмотрим колготки. Мягкие колготки из хлопка, комфортный пояс, ластовица из хлопка. Для меня самое главное, чтобы они не давили сильно в области живота, потому что бывают такие колготки неприятные, сейчас я вот так срежу, которые просто передавливают все и не дают дышать. И заодно посмотрим, какой размер. Конечно, покупки через интернет-магазин, вот так вот через сайт, иногда бывает, слушайте, здесь еще какие-то тигры. Невероятно, что это. Бывает такое, что купишь, ну, как кота в мешке, и бывает, что не угадаешь. Потому что достаточно маленький пояс, но для меня он будет, наверное, в самый раз. Так, нет, наверное, туговат все-таки.
достаточно маленький. Ну, тут, как говорится, по размеру, я посмотрела, 42-48, ну, как раз мой размер. Ну, вот тут материал просто обалденный, вот так, если натянуть, я, конечно, померяю на талию, надеюсь, моя тонкая талия выдержит их. Но тут самое прикольное, то, что я даже не поняла, что это будет вживую, вот так вот, что здесь будут вот эти вот тигры, представляете? Вот тут внизу, получается, чуть выше щиколотки, будет вот такая эмблемка. Ну, надо же, она какая-то, я не знаю, под металл смотрится, но она из резины, конечно же, да, она так наклеена. О, слушайте, вообще прикольно. Размер в самой ступне мне как раз подойдет, а вот в талии, я не знаю, но я померю, надеюсь, тоже не будет дискомфорта. Так-то все мягенькое, так тянется хорошо. Ну и по длине сразу вижу, что по размеру они мне будут хорошо. То есть не маленькие. У нас как-то один прикол был. Миша выписал себе термобелье. И прислали вот такие вот маленькие прям гамашики. Я так хохотала. А потом, представляете, он их одевает, и они ему хорошо. То есть они настолько эластичные, так растягивались, что, ну, это было, конечно, нечто. Вот, так что вторые колготки – это для дочки. Я взяла зимние варианты себе и дочери. Она, в принципе, любит черные колготки, и они очень тепленькие, тоже кашемир. Я их сейчас тоже распакую. Сразу посмотрим с вами, чтобы вы уже были уверены. Так, что я взяла? Тоже 42-48 размер. Кашемир 90%, эластан 10%. Самое интересное нас ждет еще впереди. Сейчас я наклеечку срежу. Коту интересно. Он мешок обнюхивал. Мы его сейчас принесли. Он его весь обнюхал. Все спрашивал. Скоро будем распаковывать? Ой, никак не могу распаковать. Все очень хорошо заклеено. Так. И мне понравилось, на сайте все очень просто найти, так хорошо он оформлен. Я люблю, когда управление сайтом простое, чтобы там не мучиться. Так, здесь. О, а здесь, смотрите, легче растягивается, прям вообще классно. Но если что, мы с ней поменяемся, потому что у нее талия тонюсенькая, ножка супер. И качество тоже супер. Но черное не будет так видно. Хорошо, тепленькие. Тепленькие, хорошие колготки. То, что нужно. Скоро холодно будет. И я вот позаботилась о том, чтобы у нас уже тепленькие колготочки были. Потому что без них никуда. Нужно беречься от холодов. Так, что дальше? Слушайте. А где мое? Вот. Я заказала пижамку себе. 44 размер, я обычно так и беру, 44, иногда 46, но я надеюсь, что размеры совпадают. Так, вот у меня 44, ну вот визуально уже вижу, что майка будет хорошо. Мне понравилось, что она такая в горошек, такая мягенькая. Но я уверена, что после стирки вот трикотаж, он всегда становится еще мягче. И посмотрим, как швы обработаны. Все-таки это фабрика, фабричная, да, все оверлоком сделано, аккуратненько. Нигде не висят нитки. Вот бывает, что покупаешь вещь какую-нибудь там с интернет-магазина, с Алиэкспресс, везде нитки. Я полдня сижу, обрезаю. Я каждый раз зарекаюсь, думаю, так, все, с Али больше не заказываю. Ну, иногда тоже заказываю. Итак, вот такая вот маечка свободная. Прям здорово, чтобы не тянула, не стягивала во время сна. И шортики. Миленькие. И цвет такой я взяла бежевый, в принципе, такой спокойненький. Ну что смотреть, надо мерить, да? Что, померяем? Давайте. Та-дам! Пижамка просто супер, смотрите. То есть шортики идеально просто сели по мне, нигде не давят, то есть я в них спокойно смогу спать. Маечка супер, просто удобная. Вот я больше всего люблю такие вот во сне, чтобы меня ничто не сдерживало, не стесняло движение, это все изумительно. Та-дам! Вот такая вот клевая пижамка. Скажите, еще и надпись, тут и вся в горошек. Такая уютненькая девичья. Прям супер. Ну, пижамка просто огонь. Итак, сворачиваем, переходим к следующим вещичкам. Слушайте, ну это кайф. Вы, наверное, думаете, сколько же все это стоит? Целый мешок заказала. Так, здесь еще пижамка для дочки.
Я и давно подыскивала пижамку. Говорил, выбери сама, пойдем купим. Ей все некогда. И тут я говорю, выбирай. Она взяла 42-й размер. Она постройнее, чем я, такая тоненькая. И вот она выбрала такого зайчика. Вообще прелесть. Слушайте, мне кажется, он даже и мне был бы как раз. Ну, в натяг, конечно, мне 44-й нужно, а этот будет прям классно. Эта ткань заметно поплотнее, тоже все обработано качественно, ну, замечательно. Слушайте, вот больше всего боялась, что начну смотреть и разочаруюсь, что будет что-то маленькое или что-то будет не понравиться. Ой, какие шортики! Ой, я не могу, они еще и с кармашками, с завязочками. Широкий пояс. Но резинка внутри тоже широкая, поэтому он будет прям комфортный, не передавливается, все эластичный. Ой, слушайте, кайфовый наборчик. Но вот она любит все беленькое, такое светленькое. И еще одна пижамка, это зимний вариант. Что она тут выбрала? Я даже особо не рассматривала, что она выбирала. Вот так. Сегодня придет, и тут такой сюрприз ее будет ждать. Вау! Какой медвежонок! У нее, кстати, ее друзья называют Тедди. Не знаю почему. Слушайте, она внутри на флисе. То есть она не тянется так сильно. Вот, смотрите, тут немножко тянется, а рука. Ну, не так сильно она тянется, потому что внутри флис. Она тепленькая, как раз на холода, когда будут жуткие морозы. Тоже светленькая. Ну, кстати, вот эта наклеечка снимается. Наверное, легко должна отойти. Да, она просто легко отходит. Ой, слушайте, какая кайфовая штучка. И штанишки. Штанишки вот такие. Надеюсь, я будто они как раз. Там себе такой маленький размерчик взяла. Но надеюсь, пройдет. Она стройненькая, хорошенькая. Все, они длинненькие, то есть размеры соответствуют. Вот за это я больше всего переживала, что размерная вот эта сетка, которая представлена на сайте, она соответствует действительности. Все хорошо. Но это еще не все. Еще здесь взяла носочки попробовать кушан. Носки длинные, норковые. Вот меня заинтересовало, что такое норковые носки. Мне кажется, они будут тепленькие. Тоже взяла дочке в подарок. Я и сама выбрала. Они пришли на вешалки. Смотрите, как классно. Белые с розовеньким. Слушай, ну они вот просто вот пушистенькие. Тепленькие будут. Я не буду их... Хлеб испекся. Мы стараемся вкусненько готовить. Более полезную муку покупаем сами. И печем сами хлеб. Сейчас закончу, все. Вот. Вот такие вот носочки, но они прям пушульки классные. Не сильно тянутся, не сильно. А, ну вот так надо по одной было. Да, вот такой хороший размер. Как раз на ножку 38, 37, 38. Все супер. Тут написано 37, 41. Ну, прям то, что надо. Ой, ну классные, тепленькие. Все, их упакую. И последняя моя покупочка. Та-дам! Комплект постельного белья двухспальный. Я взяла 100% хлопок поплин. Давно не покупала так вот белье. Последний комплектик, тоже который прикупила, припрятала на то, чтобы на переезд. Это тоже останется новый дом. Сейчас липучку открываем и извлекаем. Нет, надо же все попробовать. Так, что здесь в составе? Ну, простынь, как обычно, наволочки должны быть. Сейчас я все это найду. Как оно все упаковано. Ух, найти бы еще, где начало, где конец. Я выбрала такую светлую расцветку специально, чтобы... Ну, чтобы было легко спать. Я вообще люблю светлые тона. И у нас в доме все будет таких светлых, приятных оттенков. Так, это самый большой пододеяльник. Тут звезды, надписи какие-то. То есть он такой стильненький. Я, конечно, замучилась выбирать. Но по картинкам настолько сложно. Ну, что сказать, ткань приятная. Это поплин, хлопок. После стирки он станет мягенький. Так, шовчики хочу посмотреть. Найти бы, где у него вход вовнутрь. Так, нет, я в нем запуталась, потому что он огромный, двухспальный. Так, ладно. Будем на простыни рассматривать. Я тут уже
устроила завал, представляете, все это пришло. Хорошо, что мы на машине забирали заказ. Вот, мы наволочку посмотрим. Большая наволочка 70 на 70. Как раз мы любим такие подушечки пушистенькие. Так, и вот рассмотрим шовчики внутри. Все выворачиваем. Ну, как обычно, все чудесно. Ну, фабрика есть фабрика все-таки. Тут везде отстрочка, все ровное, нигде нет этих перекосов. Все аккуратненько. Я надеюсь, что будет служить хорошо. И очень доступная цена. То есть, ну, не всегда же покупать, да, потому что это очень-очень дорогое. То есть, мне устроила цена за комплектик, и теперь он наш. Ну, и, естественно, тут две наволочки и большая простынь. А простынь просто вся в звездах. То есть, мы будем ложиться спать, как звезды. Вот так вот. Все, мне очень нравится. Все классно. Я довольна заказом. Но на самом деле, я думаю, что вы меня понимаете, когда вот заказываешь так вот через сайт, ждешь и думаешь, что придет, что получишь, понравится, не понравится. Мне было такое, что даже возврат оформляла, потому что, ну, вообще не понравилось. Но это так, к слову, то, что все соответствует размерам, все приятное по качеству. Я довольна каждым продуктом. Надеюсь, дочке тоже все подойдет. Под видео я обязательно оставлю ссылку на этот сайт. Может быть, вы тоже захотите там пошопиться и что-то для себя подберете, потому что цены классные, качество достойное. То есть, ну, как бы качество по доступной цене. Я бы так назвала. Ну, пожалуй, все. Если будут вопросы, задавайте в комментариях. Кстати, по поводу там пижамок всего могу написать, если будет интересно, задавайте вопросы, когда, ну, все постираем, там посмотрим, как оно будет вот после стирки себя вести. Если хотите, тоже спрашивайте в комментариях, буду обязательно отвечать. Спасибо вам за внимание, классного вам всем шопинга, балуйте себя, с удовольствием тратьте деньги на себя любимых, они для того и служат, деньги созданы, чтобы радовать нас. Поэтому до новых встреч в наших видео. Тоже хвалите, что вы любите заказывать по интернету. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока. Лайк. Помните, да, что надо поставить лайк, если видео полезно. Все. GoPro, стоп, видео. Стойте, 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 не расходитесь. Забыла сказать самое главное. Сколько все это богатство стоит? Вот эта вся куча, вся, что я вам показала, это все стоит всего 5000 рублей. Представляете? Всего 5000. Вообще кайф. Все, теперь точно все. До встречи. GoPro, стоп, видео.